Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников Югмера, французский художник, который в основном изображал на картинах сентиментальные или какие-либо моральные темы. Его часто сравнивали с Вильямом Адольфом Бугро. Я пользуюсь переводной Википедией. Родился Юго Мерль в 1822 году в Лассоне. Учился живописи у Леона Конье. Мерль начал выставляться в салоне в Париже в 1847 году. Он получил премии второй степени в 1861 и 1863 годах, а в 1866 он был удостоен звания кавалера почетного легиона. Стал другом Поля Дюран-Рюэля в начале 1860-х годов. Дюран-Рюэль начал покупать картины Мерля и познакомил художника с художником Вильямом Адольфом Бугро. Позднее Мерля часто сравнивали с Бугро, и он стал серьезным соперником этого художника в тематике и трактовке. В середине 1860-х годов Мерль написал несколько портретов Поля Дюран-Рюэля, его жены и их сына Джона. Сегодня Гуго Мерль, или Юго Мерль, так произносится, входит в список величайших художников Франции и всего мира. Особое внимание стоит обратить на женский образ в картинах Мерль. Красивейшие девушки, прекрасные женщины, которые исполнены в своеобразной манере художника, очень эмоциональные, чувственные, красивые. Их образы глубокие, тщательно продуманные и не лишены особой сентиментальности. Надо сказать, что его сын Жорж Мерль тоже стал художником. А Юго Мерль умер в Париже в 1881 году в возрасте 59 лет. Пока-пока, до свидания. Сегодня немножко посмотрели работы французского художника, который в основном изображал на картинах сентиментальные или какие-либо моральные темы, которые часто сравнивали Уильям Адольфом Бугро и Юг Мерль. Пока-пока, до свидания.